Эту территорию называют «зеленым щитом Самары». Остров Коровий – особо охраняемая зона. Волонтеры, вооружившись перчатками и пакетами, расчищали его от мусора. Общая площадь острова свыше 200 гектаров. За 2 часа работы активисты вывезли свыше 100 килограммов бытовых отходов. Чаще всего это, естественно, пластиковые бутылки, пивные бутылки, которые отдыхающие на побережье оставляют. Вода поднимается, и все это уплывает вниз. 5 июня во всем мире отмечают День окружающей среды. Волонтеры акции «Мы вместе» при поддержке администрации Самары и главы города Елены Лапушкиной сегодня организовали эко-челлендж. В Самарской области уборка береговой линии одновременно прошла на нескольких площадках. Участники эстафеты убирали мусор на озере Обкомовское в Новокуйбышевске, на набережной 8-го квартала в Тольятти и на озере Рубежное. Также у нас запланированы длительные экологические волонтерские лагеря. Ну, мы рассчитываем на поддержку областной администрации. Вот мы подали заявку на грант и рассчитываем, что нам его дадут. Тогда мы сможем вот подобные территории существенно улучшить их состояние. Эко-челлендж «Вместе» – межрегиональная эстафета. Она также прошла в Астрахани и Волгограде. Мария Илчан, Константин Головин. События.